Всем привет! Представляю вашему вниманию подборку необычной, полезной и классной электроники, которая вам понравится и многим пригодится. Не забывайте ставить лайк, если ролик вам понравился, и нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Приятного просмотра! Возобновляемый зарядный кабель. Кабели для зарядки всегда были расходниками, и даже у самых аккуратных пользователей они служат не так долго, как хотелось бы. А самое обидное, что при повреждении всего пары сантиметров в негодность приходит весь провод. Создатели этой зарядки устранили этот недостаток за счет особой конструкции. В отличие от привычных кабелей, новинка не отправляется на помойку, когда оболочка у разъема ломается. Вместо этого поврежденный кусочек провода отрезается ножницами, а оставшаяся часть заново вставляется в коннектор и продолжает служить дальше. Такое стало возможно благодаря особой конструкции коннектора, который подключается к смартфону, где в большинстве случаев и происходит поломка. Он раскладывается и имеет внутри ножевые контакты на манер клемников, которые сращивают провода без зачистки. Все, что нужно для починки, это открыть разъем, отрезать сломанный участок, а затем вставить кабель и защелкнуть фиксатор коннектора. Автомобильный портативный 4G роутер со встроенным аккумулятором. Девайс представляет собой компактное устройство со встроенной аккумуляторной батареей. Это позволяет ему несколько часов работать без подзарядки. Автомобильный Wi-Fi роутер может раздавать сигнал одновременно на несколько устройств. Потому при длительном путешествии вы можете слушать музыку или аудиокниги, а ваши пассажиры смотреть фильмы онлайн, играть в игры и просматривать интернет-страницы, а также общаться в мессенджерах и так далее. И все это без зависаний, вылетов и потери сигнала. Современные автомобильные 4G Wi-Fi роутеры имеют мощные встроенные антенны, поддерживают LTE сети и совместимы с любыми мобильными операторами, а потому имеют высокую скорость приема и отправки информации. В этом роутере есть 2G, 3G, 4G и Wi-Fi, который может работать на скорости до 150 Мбит в секунду в 4G сетях. Съемный аккумулятор на 2100 мАч может работать до 5 или 6 часов без подзарядки, а также есть слот для обычной сим-карты и для карты памяти. Многофункциональный трассоискатель. Данный трассоискатель состоит из двух приборов – генератора передатчика и приемника. Принцип работы состоит в детектировании электромагнитного поля, создаваемого генератором вокруг тестируемого проводника. Основным предназначением данного трассоискателя является локализация скрытой проводки, обрывов и короткого замыкания кабелей коммуникаций без повреждений изоляции. Кроме разъемов RJ11 и RJ45, многофункциональный трассоискатель оснащается адаптером с зажимами типа крокодил, что позволяет тестировать не только кабели стандартов коммуникационных сетей, а и отдельные проводники. Для работы в условиях недостаточной освещенности данный трассоискатель оснащен светодиодной подсветкой. Особенности гаджета – это проверка и нахождение требуемых типов кабелей среди множества аналогов, тестирование целости проводника, локализация обрыва открытой цепи короткого замыкания перекрестных помех, визуальная индикация целостности кабеля структуры в отношении отдельного кабеля, адаптер с зажимами типа крокодил, яркая светодиодная индикация позволяет работать с прибором при слабом освещении. Датчик температуры для душа. Вечная проблема цивилизованного человечества. Как настроить температуру воды в душе так, чтобы можно было помыться со всем комфортом? Вот оно, чудесное устройство, которое устранит дискомфорт. Цифровой термометр для душа. Он просто покажет вам температуру, проходящей сквозь него воды. И если она будет слишком холодной или слишком горячей, просто покрутите краны еще, прежде чем вставать под душ, пока идеально комфортная температура не будет достигнута. По умолчанию устройство устанавливается в основании шланга, там, где он отходит от крана. Термометр работает от движения воды, которая приходит через прибор. И не нужно никаких батареек. Электричество генерируется при прохождении через него воды. Чем сильнее расход, тем ярче светится дисплей. После выключения воды он автоматически отключается. Термометр также подойдет для измерения температуры жидкости, проходящей через него в бытовых условиях. Идеально подходит для купания младенцев и пожилых людей. Антистатический браслет.
Накопление зарядов статического электричества на теле человека происходит при его трении о синтетической одежды, обшивку дивана или полимерные покрытия для пола при ходьбе, вставании со стула, а также в ходе повседневных дел, при работе с оргтехникой, езде в автомобиле и так далее. Импульсные помехи, возникающие при разрядах статического электричества, представляют большую опасность для микроэлементов техники и часто приводят к поломке транзисторов и микросхем, используемых в электронном оборудовании. Антистатический браслет – это эффективное средство для снятия статического электричества. Думаю, многим пригодится такой браслетик. Электронный массажер-миостимулятор. Вас беспокоят частые боли в спине или шее? Беспокоит лишний вес? Поры? Для вас я нашел вот такой вот массажер. Мягкая процедура массажа позволяет убрать боли, повысить иммунитет, подтянуть тело и поднять тонус тела. Устройство не только делает лечебный массаж, но позволит вам расслабиться и отдохнуть. Миостимулятор дарит психологическое, эмоциональное и физическое расслабление. Он может быть применен к различным хроническим заболеваниям, таких как высокое кровяное давление, гипотонии, ревматизмом, артритом, периартрит плеча, боль в животе, невралгия, нарушение менструального цикла, импотенция и сексуальных расстройств. А еще это устройство может быть использовано для таких симптомов, как общая усталость, неврастения, боль в пояснице и боль в спине, боль в шее, плечах, пояснице и так далее. Кроме того, миостимулятор является эффективным способом для снижения веса, вялого живота у женщин после рождения ребенка и помогает увеличить грудь. В общем, прям, думаю, в каждом доме незаменимая штука. Хотя бы судя из описания. Крутое зарядное устройство «Ночник» отличается наличием технологии Auto ID. Поддержка технологии Auto ID помогает автоматически определить тип подключаемого устройства и выбрать оптимальную мощность для его заряда. При подключении устройства зарядка определяет, каким именно током нужно его заряжать. Это необходимо для того, чтобы батарея заряжалась максимально быстро и не портилась от неправильной зарядки. Высокая мощность в 4,4 ампера позволяет вам заряжать несколько устройств. Если у вас несколько устройств с батареями различной мощности, а подбирать и покупать к каждому зарядку не хочется, то зарядные устройства с технологией Auto ID – это идеальный выход из ситуации. Позволит полноценно заряжать до 4 устройств одновременно и занимать только одну розетку. Все 4 USB-порта независимы, то есть различные устройства будут заряжаться различными, оптимальными именно для них токами. Медиаплеер для трансляции контента с ваших разных устройств на телевизор. Это очень удобно и просто. Превратите свой старый телевизор без поддержки Smart TV в настоящий медиакомбайн. Медиаплеер поможет вам производить любой медиаконтент на своем телевизоре с помощью поддержки почти всех беспроводных стандартов, которые используются для передачи фото, видео, музыки, веб-серфинга со смартфона или планшета. Просто подключите кронштейн-адаптер к телевизору по HDMI, а в порт microUSB питание от стандартной зарядки, и вы сможете без труда транслировать контент на ваш экран телевизора. Все, что вы просматриваете на своем ноутбуке или планшете, вы можете увидеть и на телевизоре. Соедините плеер с вашим телеком и наслаждайтесь произведением медиаконтента. В медиаплеере нет потребности устанавливать какие-либо драйверы. При помощи кнопки переключения у вас есть возможность выбрать режим AirPlay или Miracast. Автономный светодиодный прожектор поможет на трассе, в гараже и в быту, работающий на аккумуляторных батареях. Он имеет 24 светодиода и мощность в 2000 люмен, что позволит осветить обширную территорию. Выезжаете ли вы на природу или на пикник, идете в горы, либо планируете путешествовать по подземельям и разного рода старинным темным местам, уличный прожектор станет вам спутником. Он работает с помощью аккумуляторов, которые заряжаются от сети 220 вольт. Автономная работа такого прожектора составляет от 4 часов. С помощью такого прожектора можно подсветить местность даже там, где отсутствует электросеть. Данный прожектор имеет пылевлагозащищенный корпус и небольшой вес, что позволяет использовать его на открытых территориях. Класс защиты IP65. Если у вас часто возникает потребность оставить освещенными какую-то частную территорию, объекты, фасады домов или витрины магазинов, если вы часто ездите на природу с компанией друзей и вам критически нужен источник света, то такой уличный прожектор вам очень подсобит. Паяльный пистолет с набором аксессуаров. Предназначен для соединения металлических деталей с помощью низкотемпературного припоя, например, оловянно-свинцового для мягкой пайки.
незаменим при соединении деталей большого диаметра, например, автомобильной электропроводки, домашней электропроводки низкого напряжения, а также при выполнении других работ, требующих высокой температуры нагрева. Имеет встроенную лампочку, освещающую место пайки, что значительно повышает комфорт работы. Упакован в удобный чемоданчик в наборе с паяльной пастой и оловянным припоем. Процесс осуществляется по технологии сплавления, когда получаемое соединение становится неразрывным в обычных условиях. Вот такие у нас сегодня были электронные устройства. Пишите в комментариях, какой товар вам больше всего понравился и пригодился бы в хозяйстве. Жду вас в следующих видео. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока-пока. Поезд в Куперкино прибыл ко второй платформе. Кожаным ублюдкам вход воспрещен. Осторожно, двери закрываются. Чух-ч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 ух.